Отсутствие благоразумия и осторожности привели к гибели. На автодороге «Кавказ» 19-летний житель Хасавюртовского района, управляя автомобилем «Лада Гранта», при совершении обгона не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся с двумя автомашинами. В результате ДТП парень от полученных травм скончался в одной из столичных больниц. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.